Сегодня я совершила подвиг, вы не представляете. Ну, жирую. Что я могу сказать? Жирую. Уже тяжело ходить, уже тяжело себя чувствовать. Поэтому как-то я решила, все стопы. Надо будет маленько, ну, какую-то форму, не форму, но сдерживать. Жрать я перестаю. Это, конечно, так. Для красного словца. Но постараюсь меньше есть. Сейчас я сварю просто кашку, которую у меня Саша не любит вообще, но его нет, а я все-таки сварю кашку. Овсянка, сэр, овсянка. Многие, конечно, едят ее, а многие ее терпеть не могут. Поэтому у меня просто будет завтрак из овсянки. Конечно, это не рецепт для вас, это просто для меня ноу-хау, что ли. Я увидела и не один рецепт сливы в шоколаде. Знаете, меня он поразил. Вообще, сливы я очень люблю, как ягоду морозить. Я этого не знала. И один год я их начала резать и в морозилку. Он не водой не берется, как клубника или другая ягода. Очень вкусная слива. Если возьмете вы, конечно, мелкую вот эту, не крупную сливу, есть она, не знаю откуда уж, а вот помельче. Но суть не об этом. Просто я сливу полюбила, и я хочу сделать сливу в шоколаде. Покажу, вкусная она будет или нет. Я купила, конечно, сливки-то килограмма, наверное, полтора, а осталось, ну, чуть меньше килограмма. Сделаю вот на такое количество, потому что не знаю, будет ли вкусно или нет, но слива в шоколаде мне уже нравится. Поэтому сейчас я кашку поем, и видео у меня будет сегодня просто домашнее. Просто домашнее. Меня оно встретило не очень хорошо. Я сейчас покажу, чем оно меня встретило с самого утра. Дым был коромыслом тут на кухне. Крупа вот у меня маленькая. Я ее сейчас промою водичкой. Кашку я поставила. Ну вот, кашка у меня все закипела. Это делается так все быстро. Сливы я сейчас, пока у меня тут каша варится, молочка сейчас добавлю. У меня чуть просто в каше вода. Я не знаю, конечно, как кашу едят на воде, мне непонятно. Но я понимаю тех людей, которым, знаете, прописали, что каша на воде должна быть. Ну, пока, как бабушка у меня говорила, ешь, пока рот свеж. Поэтому я себя насиловать точно не буду. Я очень люблю покушать. Отсюда и вес набирается. Соль, сахар в кашку, это я всегда. И еще, знаете, я ложу маслица в кашку. Потому что, когда варится крупа с маслом, вкус становится другим совершенно. Я проверила уже. А пока я сливы порежу. Потому что мы же понимаем, что сливы будут вариться, которые в шоколаде. Косточку, естественно, мы вытащим. Вот так на две долечки. Ну, как сливу не съесть? Мягкая очень слива. Сколько же сахара, не знаете? Сегодня у меня отдых. Прям я и так-то отдыхаю, но знаете, какой-то отдых, и от него устаешь. Как уж у меня получится? Это вишня в шоколаде. А тому Богу известно. Нет, еще одну съем. Последнюю. Последнюю, вот последнюю.
Ну вот, сливку я порезала, да? И мне нужно ее засыпать сахаром. И маленько проварить, это я точно знаю. Ну, сколько сахара, я не знаю. Ну, примерно, раз у меня около где-то килограмма, потому что я сливу брала 1,5 килограмма, ну, говорю, стрескала, засыплю 1,5 килограмма. Ну, сейчас я кашку поем, а потом я все это дальше буду продолжать делать. Итак, мой завтрак готов. Овсянка, 2 кусочка, 2 бутерброда и кофе-стакан. До 12 я буду кушать все, что я хочу. И конфеты, и печенье, и все прочее. А вот после 6 я, конечно, рот закрою на скотч. Залеплю скотчем. Скотч у меня есть, поверьте. Мукбанить не люблю. Я русская женщина, я люблю все наше русское. Это мне к душе. А мукбанить, ну, мукбанить пусть кто хочет. Я пойду кушать. Конечно, как не все, вы кушаете, наверное, на кухне, все красиво, все хорошо. А я пойду к ноутбуку, в комнату, буду отвечать на ваши вопросы, буду смотреть ваши видео и завтракать. Всем, кто сейчас завтракает, обедает, ужинает, приятного всем аппетита. А потом продолжим наш с вами день. Поговорим. Засыпала я сливы сахаром. Не спрашивайте меня пропорции. Не скажу, потому что не знаю точное количество слив, меньше килограмма, и сахара я положила примерно на глаз. Маленько даю постоять сливе. В рецептах рекомендуют, чтобы она постояла, дала сок, а это время 6-8 часов, не знаю сколько это. В общем, я чуть водички добавила и поставила на медленный огонь. Сахар у меня маленько растворится. И 5 минут я прокипячу и уберу, пусть оно отдохнет. Варенье я довела до кипения, и 5 минут у меня маленечко тут поварилось. Пенку я не убираю, не собираюсь убирать. 5 минут, где-то я в источниках видела 20 минут, но так как оно будет вариться дважды, 20 минут никаких тоже не будет. Варенье я убираю, пусть оно отдыхает. Все. Отдыхай, мое родное. Я хочу очень слив в шоколаде. Очень. Как оно получится, уж не знаю. Маленько проварю. И добавим мы... У нас так в квартире холодно. Я в носках. А Боня одела платье. Холодно просыпается, трясется. Бонечка, а ты куда пошла? Куда пошла, Буня? Ты замерзла? На кухню пойдем, наверное. На кухне теплее. Сейчас покушает. Замерзла очень она. Отдыхает мое сливовое варенье, которое будет в шоколаде. Еще раз его проварю. Сейчас маленько еще остынет. Ну и банки помыла пока. А вообще я видела этот рецепт на канале. У Елены есть рецепты с фотографиями. По-моему, так называется канал. Длинный, но вот такой красивое название. У Елены есть рецепт с фотографией. По-моему, так. Вот, поэтому мне и захотелось его сделать, это варенье. Приготовила я какао. И вот маленечко сиропа сюда вылью, перемешаю сейчас. Сейчас еще минут 10 и все. И я сюда добавлю вот эту массу какао в это варенье. Ох уж не знаю, вкусно ли будет, но думаю, что вкусно. 3 ложки, наверное, столовые. Ну вот и все. Думаете, вид некрасивый? А мне нравится. Главное, попробую и скажу, вкусно или нет. Боюсь испортить, но просмотрела рецептов очень много. Ну вот и все.
Слива в шоколаде. Вот у меня получилось две баночки. Вообще-то 8 часов. Я сказала, что в 6 часов я закрою рот на скотч. Заклею. Но я не могла. Ну как я не могу попробовать и сказать, вкусно ли это слива в шоколаде или нет. Налила себе чай. Взяла вот такой кусочек хлеба. И сейчас я эту сливу опробую. Приготовила, но уж попробовать сам Бог велел сегодня. Но знаете, я завтра после 6 не буду есть тогда. Ну, давайте пробовать. Вкусно. Слива в шоколаде вкусно. Но если бы мы растопили, наверное, шоколад, это было бы вкуснее, чем с какао мешать это сливы. И я бы все-таки сюда добавила цедру апельсина. Вот хоть вы что мне говорите. Знаете, какой бы вкус сбалансированный был? Супер! А так, что могу сказать? Для меня это новинка. Не знаю, может быть, вы готовили такое варенье слива в шоколаде. Я лично не готовила никогда. Поэтому... Думаю, удался для разнообразия. Нужно две баночки. Это не вагон и маленькая тележка. Поэтому хочу сказать, мне понравилось. Но с шоколадом было бы вкуснее. И еще цедра апельсина. Всем до новых встреч. Так вот вы провели со мной день. Спасибо вам большое.